если вдруг все вот так вот получится, ну, все-таки, наверное, на какое-нибудь время студенты потеряют педагога. Зато все же в мире будут знать, что это офигенная специальность – водоснабжение и канализация. Надо подумать о чем-то хорошем, и мне хочется, чтобы то, что я спою, понравилось людям, которые в зале. Поднят ворот, пуст карман. Он не молод и вечно пьян. Он на взводе, не подходи. Он уходит всегда один, но зато мой друг лучше всех играет блюза. Круче всех вокруг. Он один играет блюз. Ночь на пыле, день на вдох. Кто не выжил, тот и сдох. Обреченно летит душа. От саксофона до ножа. Но за тобой, друг, лучше всех играет блюз. Подруг не приходит. Да. Это что такое? Нет, что ну это за версия? Знаете ли, вырвалось. КВНовское прошлое. Это ж приятно, когда друг нормальный, а еще и без подруг. КВНовское. Я знал, что вы меня поймете, Пелагея. Понимаете? А как вас зовут? Бабуля увидит, у него будет шок. Как вас зовут? Ваня. Ваня? Да. Прекрасно. Вы знаете, а вы же, наверное, рок любите-то, да? Конечно. Это замечательно, и я, вы знаете. Вот я чувствовал практически родственные души. Долгими зимними вечерами. Ну, это замечательно, я очень рада, что вы в моей команде. А сколько вам лет? 33. Замечательный возраст, все вообще сходится. Все только начинается. Спасибо вам. И в какой команде-то ты играл? Да ладно. Ой, класс вообще, вообще, круто, круто. Ой, добро пожаловать. Ваня, браво! Ну, конкретно человек к тебе хотел пойти, понимаешь? А чё нет? А видите, какие невероятные совпадения. Люди. Да. КВН. А он КВН, да? И я КВН. КВН? КВН, КВН, ЧП. Да ладно? Да. Я тоже в КВН пел в 2002 году. А я в КВН играл. И я играла в КВН. Я много намного конкурсных номеров. В каком году? Я тебе скажу, в 70-м. Ой, нет. А я учился в таком институте, в котором... На что КВН? Который был КВНом с утра до ночи. Ну да, да, да. В каком? Кулек? Кулек, отделение массовых театрализованных представлений. То есть это, в принципе, КВН. Технически, да, просто. Ну, ни одной фразы точно он не спел. Нет, хорошо он спел. Бух-вокал? Все свое придумал вокалы. А, я думал, это как бэк-вокал. Бух-вокал. Бух-вокал. Там блюно. Он в начале прям... Все по-своему. Все фразы по-своему. У него и слова свои, ты заметил? Зато дашь ему чуть попрямее, без такого количества блюзовых нот. Роковый такой. Конечно. Будет класс. Я почему и нажала, потому что когда он вылез... А характер зато есть характер. Ты все-таки добрая. Мне такой нужен был. Нужен был такой. А это стратег, посмотри на нее. Она стратег. Мало кто знает.
Поздравляем.